спасибо Сергею Бадюку за такое мероприятие. На самом деле это очень здорово и хорошо, что молодежь не шаталась по подъездам, а вот такие мероприятия надо проводить чаще. Это хорошие идеи, и клуб «Раменки» полностью поддерживает эту идею. И всячески будем помогать. Ну, вообще сегодня мне понравилось все. Полностью вся организация, как это все сделано. Четкая дисциплина, нет такого раздрая. За углом никто не пьет пиво, ничего там. Все культура отдыхает и получает новые знания по всему парку. Еще раз спасибо большое Сергею Бадюку. Ну, так как Сергей Бадюк наш когда-то занимался у нас в Раменках, он нас пригласил, и мы с радостью приняли это приглашение. И вот сейчас сегодня поработали в удовольствии. Ребята, я думаю, было хорошее настроение. Я думаю, каждый вид спорта по-своему интересный, и поэтому сегодня был здесь площадки по интересам. Кому что нравилось, все себе на тех площадках было. Да, если власти города будут за, я думаю, ничего плохого нету, надо сделать традиции. Я думаю, все спортивные мероприятия и все спортивные организации это поддержат. Не только единоборство.